Сегодня в Донецк приехали представители организации ветеранов Афганистана из разных городов области для того, чтобы поздравить жен, вдов и матерей погибших воинов-интернационалистов. Не обошлось на празднике и без нотки грусти, ведь всех, кто пришел сегодня на праздник, объединяет одна общая печаль – гибель близких им людей. Но, как уверен председатель областной организации Союза ветеранов Афганистана, как бы сложна ни была жизнь, никогда нельзя опускать руки. Он уверен, пока человек живет и борется, все будет хорошо. Вот и позвали мы сюда жен афганцев, причем не только тех, которые афганцы погибли в Афганистане, тут человек 5 есть, и тех, которые мы уже потеряли в этой жизни, в смысле не на войне, а здесь уже они ушли из жизни. И вот приглашая их сюда, уделяя им часточку тепла своего, часточку внимания, мы просим их: дорогие наши, верьте в себя, мы рядышком с вами, а вместе легче батька быть. Жен и матерей воинов-интернационалистов пришел поздравить с праздником автор и исполнитель песен, посвященных войне в Афганистане, Сергей Крава. Его песни хорошо известны и близки тем, кто не понаслышке знает об ужасах войны. Но сегодня он пел не только о грустном. Война – это война, а как в свое время сказал Леонид Быков, а музыка вечна. Поэтому мы попоем, мы и погрустим сегодня, может быть, где-то и всплакнем. Ну и, конечно же, будут песни такие, которые радуют душу. Все-таки 8 марта, женский день, весна, праздничное настроение. Все-таки, ну как без этого, весна пришла. Если в начале мероприятия на лицах многих женщин блестели слезы, то в завершении праздника все улыбались, а мужчины преподнесли всем женщинам подарки и цветы. Екатерина Павлова, Василий Дмитриев, Первый муниципальный.